Эй, друзья, всем море приветов, Нептун и Арклайд здесь. Всем здорово, друзья. Да, сегодня будем гасить боссов дальше. Мы проходим Cuphead DLC, мы ждали 5 лет, и в прошлой серии мы разворотили полностью этого каменного, кто там, великана, и убили двух боссов в парировании, то есть в королевской рокировке. И нас впереди ждут дичайшие приключения, так... А еще попробуйте найти, где Арклайд. Пишите в комментариях, где Арклайд. Арклайд, где ты? Я тебя потерял, чувак. Я был здесь. Все, я на пикник пришел, видишь, бутерброды у нас тут есть, молочко, что мы наливаем в наши чаши, в наши головы. Все. Вообще-то не молочко, а чистейший 40-градусный вискарек. Да, сила бро! Е-бой! Итак, впереди нас ждет много великих свершений. Фиг вам. Фиг вам. Фиг вам, а не свершение. Так, ладно, есть ледяной колдун. Это прям жесткий босс, прям жесткий. Ты готов к нему? Нет. Все, домой. Пойдем домой. Подожди. Ну, можно на него пойти, можно пойти в другую сторону, если спуститься здесь пониже. Привет, Скванчикот. Скванчикот, о, здесь есть... паучара какой-то, наверное. Насекомая есть. Банда. Бутлегер. Буги. Контрабанда. Вот, либо на ледяного пойдем, куда хочешь. Давай паучару. Ой, чувак, я прям тебе сочувствую, это прям жесть будет, это полнейшая жесть. Да, Cuphead, в принципе, все боссы жесть. Так, ладно. Особенно давай. Луна какая-нибудь. Луна. Чепихаешься, чепихаешься. Я надеюсь, здесь не надо летать будет нигде. Нет, надо будет. Так, блин, против не люблю. Коровы. Не люблю. В смысле летать против коровы? Против коровы будем летать, да. Корова летающая? Да, летающая корова. Там за грязь? Там много чего будет, в том числе летающие коровы. Итак, сила бро должна нам помочь. Давай, сила бро! Йоу! Все, да. Так. Контрабанда в эпизоде Бутлегер Буги. Контрабанда? Контра. Контра. Банда. Контра. Та, которая на Дэнди. Контра. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду. И как он? Какая офигительная банда. Гаси. Блин, что у меня за оружие? Так, он делает бомбы, паучьи бомбы. Аккуратно. Парировать эту фигню срочно. Так. И ты живой? Ты не живой. Он гусеницу пнул! Зачем он пинает гусеницу? Потому... Ей же обидно, наверное. Ей не обидно. Да, ей обидно. Окей, но она как бы должок свой отрабатывает. Он чуть не растоптал меня. Черт! Так, крик безудержной мартышки очень похож на крик Нептуна и Арклайда в самом приступе паники. Так, у меня гусят всякие жучки. Бей жучков, а ты где? Я умер уже. В смысле? Меня паук растоптал. Ты угораешь? Вверху. В смысле, где ты? Я один? Ты в курсе, что... Ай, что я один? Ай, меня насилуют жуки. Что делать? Насиловать в ответ. Так, гасим этого паучища. Так, эти бомбы, видите, они взрываются. Ай, он все будет пинать гусеницу, ай. Вот подходишь к ним, они взрываются. Отходишь, они взрываются. Вот и все. А эту штуку можно парировать идеально. Только тебя паук догоняет. Паучара. Давай гаси паучару. Блин, что за говенное оружие у меня тут есть? Так, надо поменять оружие срочно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да блин, я же парировал! Чё у меня не запарировалось оружие? Вау! Он пинает гусеницу! Свободу гусеницам, боже мой! Давайте бороться за права гусениц, они тоже нуждаются в защите. За права гусениц в природе? Так, тихо, пацаны. Я еще живой, прикинь. Так, я запарировался.
Все, мы его одолели. Все, победа! Еее, сила бро! Сила бро! Это, по-моему, какая-то непобедная победа. Так, подожди, подожди. Это танцевальщица. Что за хрень? Танцевальщица! Парировать бочку! Так, луч, красный нельзя. И все, я понял, в красный луч нельзя заходить. Да. А в зеленый можно, и в желтый можно, но в парирование... Только парирование, только парирование. Ау, я ужарился. Глупая тетка! Я умираю, спаси мою душу! А где ты? Я вот здесь. Да где ты там? Помоги мне! Я спасаюсь. Спасай меня! О, она расплакалась, как девчонка. Она не девчонка. Ты меня не спас! А где ты? Блин, тут она перед тем, как уйти, ушатала меня. Сейчас меня лизун будет жохать. Он тебя оближет тебя. Он язычком меня облизывает. Где? Блин. Ау! Он сделал мне Лизу. Монолизу. Монолизу. Так, давай, все. Мы должны расфигачить этих гребаных пауков. Они слишком много о себе возомнили. Мерзкие пауки, пошли прочь! Так, он сейчас будет гусеницу... Он ее пердолит. Она прямо от экрана отлетает. Он ее жестко пердолит. Он пнул ее прямо под зад, эту бедную гусеничку. Что она ему сделала? Не понимаю. Это какие-то ментовские разборки или гангстерские разборки. Чистая разборка питерская. А ну разберитесь с ними, ребята. Не надо с нами разбираться, мы хорошие. Мы хорошие. Мы позитивные. Мы самые лучшие. Так, бочку розы. Зачем ты убил? Зачем я ее сломал? Да капец, она же такая хорошая была. Бочкообразная. Я тебя не понимаю. Ты зачем убил бочкообразную штуку? Она не хотела умирать. Она хотела жить, а ты взял ее и грохнул. Это не я, она сама. Конечно, она сама. Вот верхнюю, зачем? Да... Зачем? Где ты? Где ты? Куда ты я улетел? Я улетел, я бочку хотел спарировать и спарировал. Зачем? Насмерть. Зачем? Я ее насмерть спарировал. Ты убил ее спарированием своим. Вот муравьед, посмотри. Смотри, какой хитрый. На самом деле, это секретный босс, потому что... Не дай ему себя облизать. Он хочет, чтобы его все облизали. О, можно на языке прыгать? Да, можно парировать. Он же... Он... Да! Нокаут! Да, но это фальшивый нокаут. Что? Та-ра-па-пам! Что за... накидалово? Я знаю, что ты хотел изначально сказать, и ты совершенно прав. Гусь. Какой гусь? Ну, типа гусеница. Я просто не договариваю до конца. Гусь-гусеница. Где ты гуся увидел? Гусь-гусеница. Вот Арклайд на полном серьезе здесь где-то увидел гуся. Я такой, ну нифига, Арклайд. Арклайд, у тебя все нормально? Воу-в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 оу! Может быть, у тебя какие-то проблемы? Обезвреживаю этих бомб. Так, я потратил хп, к сожалению. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все, минус получара. Это же я потратил хп. Я же справа, не? Нет, я справа. Мы постоянно сейчас будем путаться, потому что мы геймпад поменяли, и из-за этого... У нас сейчас будет тупники. Ну, возможно, да. Так, ну главное живем, друзья. Пожалуйста. Не умирай, не забывай про неуязвимость. Все, я ее покосил. Вниз, ко мне. Смотри, он сейчас будет бить, короче, в правую сторону. Нет, в левую. Все, иди направо. Прыгай. Не стой на одном уровне с ним. А что было, что было? Тебя убило этот куча насекомых. Спаси мою душеньку! А ты еще живой? Ну мало ли что, а вдруг? Да елки-палки, пока что-то непонятно, что надо делать. Я просто прыгаю и... Спаси мою душеньку! Боже! Я чуть не сдох, нифига ты запарировался. Ты как бог играешь.
Спасите меня! Я не хочу умирать, я хочу жить! Бокал, да, это фальшивый, так, что делать? В шляпку! Бей по шляпку! Я тебя спас, бро! Бей, гуй, улитку, улитка самый главный враг! Она Да! Давай, сила, бро! Это самый главный гад! Это улитка всем здесь заправляла, она самая главная была! Ну что-то долго-долго мы его гасили, 2 минуты 14 секунд. Нет, ну если бы мы проходили на супер, конечно, по-другому все было бы. Но твердый рейтинг Б. Так, мы должны получить ингредиент, по идее. О, мы лесенку получили. Лесенку, да, и... Дистиллированное тесто. Замечательно. Да. Это была клубника, помнишь, гномия какая-то клубника? Гномия клубника. А теперь гномия ягода, а теперь у нас есть тесто. В которое мы можем замешивать своих врагов. Да, раскатывать их скалочкой по столу. Это что за морковка? Это кактусик... Девочка-морковка. Кактусик секретный персонаж, ну точнее, персонаж обычный, но с помощью него можно открыть секретный фильтр. Секретный скин для золотой чаши, ну для волшебной чаши. Пока что мы можем про это дело забыть. Вот, тут можно что-то сделать с кактусом. Нет, это босс. А. Это твой любимый босс с самолетиками. Он именно здесь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Так, давай одного босса через рокировку победим. В качестве, помнишь, парирования вот этого вот всё? Ну-ну-ну. Типа как лошадь. Лошадь. А... Ты хочешь лошадь загасить? Нет, там мы лошадь-то мы убили, там будет третий, получается, босс. И мы просто немножко отвлечемся. После него пойдем еще на следующего босса. Ну давай. Королевская рокировка. Погнали. Лошадь. Нажимай. Лошадь. Нажимай. Уйти. Не убивай лошадь. Глубоко уйти. Так, вот. Это не лошадь, это что-то другое. Третий уровень нас ожидает. Что тянуть? Сразу в бой надо делать. Так, что у нас тут? Там какие-то свечки. Слон. Ну это. Что делать? Что делать? Она меня пугает. Парируй, парируй его. Оно пугает меня. Парируй. Оно пугает меня. Я понимаю, но тебе нужно его парировать. Вот. Но оно пугает меня. А теперь задувай свечи. Как? Ага. Просто на них наступая. Когда свечи все задуем, она станет розовой, и можно ее парировать. Оно пугает, да! оно пугает меня. Понял прикол? То есть просто глушим свечи, когда все свечи затушены, она становится розовой, и мы ее парируем. И уничтожаем, да. Ой, ну это, по-моему, даже легче, чем лошадь. Ну, возможно. Нифига ты красавчик. Ну, блин, оно реально как-то полегче. Оно тут... Нет плюс 1500 миллионов предметов. Так, тихо. Есть, я тебя парировал, спас свою душу. И еще ему дал пощечину. Пощечину. Ай. Так, дали пощечину. Так, еще одну осталось потушить. Так, все. Дай им пощечину, жесткую причем. Дай жесткую пощечину. Во! Ай, я тебя спас. Твоя душонка моя. Твоя душонка так, принадлежит мне. Оп. Все, жахай. Давай. Опа. Еще чуть-чуть. Сразу 30 свечи затушил. Все, вот, пора, жахай. Ай-я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 й. Не успел двойное нажатие сделать. Ну, в принципе, не такое сложное. Я думаю, его со второго раза просто как на изи затащим. Так, где свечи-то? Вон одна в углу осталась еще. Так. Последний удар! Нет, нифига, не последний. А вот этот последний, по-моему. Оп. Ой, нифига себе, как ты запарировал. Да, я был близок. Ну все, сейчас мы его точно загасим со второго раза. Ну ты понял механику, да? Задуваем свечи, потом жахаем его. Так, ты жахай его, я буду задувать свечи. Только жизни старайся не тратить. Жизнь это священно. Да блин. Так, тихо. Так, хорошо. Так. Есть. Бам, бонзай. Оп. Еще одна. Нет, не одна. Так. Так. Оп. Так. Оп. Еще пару свечи. Ай. Так. Еще чуть-чуть. Да! Пощечину получил. Довольно славную. Так. Так.
есть? Давай, жахай его, жахай со всей дури. Ща. Вот она. Еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ай, последняя жизнь. У меня последняя жизнь. Ай-яй-яй-яй. Где? Свеча? Есть. Ух ты. Оп. Бежим. Так. Блин. Да! Но меня-то тоже, я тоже... Да я не могу! Оно не парирует. Ты вместо, короче, спарировать меня, ты последний удар его спарировал. Я хотел тебя, серьезно. Не, ну вроде довольно неплохо. Ты видел, как я отважно уворачивался от него? Серьезно, я хотел тебя спарировать, а потом его, ну... В итоге получилось, что я его спарировал, а после того, как мы победили, уже все остальные парирования уже не работали. Честно говоря, вроде третий уровень, ну, вот этого вот фарма, но мне показалось, что он самый легкий среди всех. Даже те шашечки были как-то посложнее, а лошадь вообще... Ну, может быть. Просто шашечки, они были, по сути, пешки эти, они первые, мы к ним привыкали. Ну, может быть. Ну, идем дальше или пойдем на босса? Пойдем на босса. Ладно. Или что, или тут еще... А, монетки нам дали. Нам же монетки надо забрать. Все. Опять две даст? Смело уваливать, там четвертый уровень. А, просто раньше было, типа, ну, по одному за раз мы вроде проходили. Теперь сразу можно два проходить. Можно вообще всех пройти. Но монетки у нас есть, можно что-нибудь купить в свинотеке. Так. Новое оружие. Веер, электроразряд, выстрел по трём направлениям, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Хрень какая-то. Кольцо сердца. За парирование дают дополнительные ништячочки. Ну, в принципе, этого мне хватит. Поставить себе сердечко и из парирования получать кучу здоровья. Да, но парировать-то может только кто-то один. Нет, парировать мы можем все. Да, но если ты будешь все собирать, я не могу, то второй игрок-то не сможет их собирать, правильно? Так, что мы возьмем? Вот оно, кольцо сердца, возьмем его. Щелкунчик и веер возьмем, да. Все, я готов полностью карать. Мой карательный орган. Так, что, идем этого валить? Ледяного да погнали. Ледяной хлыщ. И сюда. Всего лишь-то какой-то глупый Мортимер Хладовый. Хладовый. Культовая ледобойня. Бу-га-га. У-ху. Так, готовься. Это будет эпично. Так, Орклайтик и Капхэтс и Магмен. Ой, сразу получил по щитам. Кита! Свободу китам! Каким еще китам? А, ты просто не в курсе об этом меме, который родился у нас на стримах? Ну, типа, посмотри. А что за фигня, подожди. Он бьет китов! Парируй карту. Он бьет бедных китов! Ты посмотри! Он не китов бьет, он тебя бьет китом. Да, я понимаю. Это разные вещи. Ну, кит-то живой. Ему достается очень много болезненной энергетики, он ломает себе зубы. Что это было? Вторая стадия. Он позвенел в колокольчик, и теперь у нас будет очень большие проблемы. Нифига он накуканил. На огромные ледяные шипы. Закуканил. Первая стадия просто типа его маленькие приспешники. Видишь, такие маленькие. Бегающие снежные человечки. И бедный кит. Да парируй карту, парируй. Я так и сделал. Ага. Я не могу парировать карту. Да что за фигня? Да ты прикалываешься. Может, ты будешь парировать карту? Я парирую карту. Так, нормально, все. Он позвонил в колокольчик. Это означает, что вторая стадия пришла, и он превратился в огромного снежного увольня. Ой, и он превратился в холодильник, да. Что за... В смысле он разлетается, сахарок на сахарке? Так, тихо. Сахарок на сахарке. Так. А это что за летающая дичь? Почему так много предметов вокруг, я не понимаю. А, Орклайтик в шоке. I don't понимаю. Так, давай, мы сейчас должны его порвать. Так, тихо. Тихо, пацаны. Так, моя карточка. Я, кстати, получил халявную жизнь. Просто за счет удачного парирования. Какой же я красавчик. Сам себе поражаюсь. Да, еще бы не умирал на таком легком уровне. Да, пипец. Я беру все выстрелы на себя.
Так, колокольчик, он стал снеговиком. Level 2. Что делать, что делать, что делать, что делать? Во-первых, холодильник. Он стал холодосом. Он кидает кубики, которые раздваиваются на две части. Так. Это одна из его атак. Дальше он кубарем катится, и нужно парировать мороженку розовую. Здесь лучше бомбой парировать его стадию кубиков во льде. Так, ну, я думаю, можно к этому всему привыкнуть. Сейчас мы... Наверное. Сейчас мы жестко его, короче, приструним. Потому что я уже чувствую, что мы скоро выиграем. Я чувствую победу в моих руках. Па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Гасить малышей. Так. Карты, карты, карты собираем. Карты, деньги, два ствола. Ай, киты! Свобода китам! За что он с китами так жестко? Клан китов. Так. Холодос? Перекидывай. А, подожди, а перепрыгивай. Когда он крутится, просто перепрыгивай его. Поверь мне, это намного приятней. Ой. Чем получать уроны от него. И есть справедливость в твоих словах. Так. У меня уже 5 хп. И я тебя выручаю, броу. Сила, броу. Тут не может быть какого альтернативного. Ай, второй раз не спаривал. Глупый арклайк. Сила, броу. Тут просто не может быть ни иного никакого исхода. Глупый хоббит. Так, бьем. Все, и мы не сварение. Прыгаем наверх. Ай! Черт! Финальная стадия. Снежиночка. Самое беззащитное создание. Аккуратно. Ведра, чистый изумруд. Я бы так не сказал, что это снежинка самое безобидное создание. Ты опять выпиваешь со своей чашки все. Будь выдержаннее. Вот зачем ты хит словил, а? Какой еще хит? Ну, жизнь потратил. Зачем? Хитяра. Зачем ты себе хитяру потратил? Хитяра. Киты, свобода кита! Как этот, помнишь? Козлодой! Козлодой! Ты мою карту скоммунизил, что за дела? Коммунизм! О, вот опять это дура. Не твое, а наше! Так, тихо. Сейчас будем прыгать. Очень много прыгать. Здесь еще раз прыгать. Я говорю, когда он в шарик, прыгай почаще. Зараза, прыгай. Да блин. Блин, боже мой, орклиты! Выживай, пузязя, у тебя же есть неуязвимость. Если что. Я говорю, у тебя неуязвимость есть, ты даже не юзаешь. А мне ее не видно. Почему? Потому что... Раньше... Нет, я раньше был с этот... Слева, точнее справа, мне я было понимаю, видно. Ну юзай ты свою неуязвимость, пожалуйста. Потому что сейчас я опять тебя буду спасать, я нифига не смогу это сделать. Потому что ты... Так, все, ой, у него живот заболел. Ай, животик, говорит, болит. Так. Так, по-моему, снежинка бессмертная. Самая простенькая стадия. Так, давай, я спасаю твою душонку. Тушонку? Душонку говяжью. Спаси мою тушонку. Я спас твою душонку, только ты меня потом спасай, если что. Так, ведро, у тебя было 5 ведро можно парировать, если что. Так, ты живой? Да. Да нифига. Удивительно, да? Как так? Так, ты точно? Это точно Арклайд? Тихо. Тебя никто не подменил. Так. Спаси мою душу! Душу! Еее! Сейчас затащим. Да блин! О, я живой! Давай, сила, бро! Да! Последнюю секунду. Вдвоем-то вот это очень всегда проще в этом плане, что всегда можно друг друга просто спасать и тащить. Главное одновременно не умирать. Да, главное одновременно не умирать, потому что тогда уже некому спасать нашу волшебную душеньку нашего бро. Ну и все, ты говорил, супер-босс, там туда-сюда. Да, и мы получили леденцовые кубики. Леденцовые.
Да. Похоже на обычные ледяные кубики. Но они леденцовые. Я мог сделать их сам, не убивая босса. Бу-га-га! Хитрый. О, а это что за хитрый хлыщ? Это он следует местность нашего кладбища. Я в растерянности, мой юный друг. Я шел по следу и зашел в тупик. Проверка мастерства, сломанный артефакт. Это жуткое кладбище. Во всех этих местах я обнаружил мощный поток астральной энергии. Здесь должна быть какая-то закономерность и метод. Какой-то секрет он скрывает, Ника. Надо что-то сделать. Может, потыкать в каждый... Тебе лишь бы тыкать. Смотри, здесь можно пройти, и там тоже секрет полюбас. А куда я иду? Орклиты сейчас очень радовался и думал, что он найдет. Да, блин, я хотел... Оказывается, тут секретный проход просто был. Я на самом деле очень коварно улыбался сейчас. Я знал, что это этим и закончится. Блин, я так обрадовался сначала. О, монетка, еще одна. Я так и знал, что ничего он не найдет. Но мне было приятно посмотреть, как Арклайт воодушевился на пару секунд. Я уже думал, все, секрет. Подожди, где-то здесь... Не зря здесь эта тучка. Или эта тучка просто показывает, что за кладбищем есть проход. Какая тучка? Вот эта, которая парит вейп. Это привидение. Нет, это на самом деле секрет, который, ну, это часть квест, который нужно разрешить. Это секретка с кладбищем. В итоге, если правильно все сделать, то мы можем вызвать секретного босса. Я думаю, что мы оставим это потом на следующей серии. Пиковую даму? Пиковую даму. Пиковая дама. Че, го, монетки фармить. Да, думаю, что в завершении сегодняшней серии еще можно дофармить полностью все монетки. Давай попробуем. Погнали. Там всего лишь две серии. О, две серии. Будем целых две серии, блин, по часу будем монетки фармить. Ну, по идее, два раунда. По идее, четвертое и пятое осталось, так что давайте. Карать! Ну, попробуем. Ой, это что за гильотинка такая? Он любит гильотинку? Да. Так, парируй. Это как, знаешь, как игра в баскетбол. Так. Так. Ну ты понял, знаешь, что нужно сделать? Нужно эти головы бросить прямо в него. В обратку. И тогда он получит огромный хит. Так, ты давай дальние на меня отбрасывай, а я буду бить вот эти вот ближние. Да, ты с дальних начинай, а я буду бить ближние. Ай, больно. Ой, а что меня ударило? А там снизу что-то плавает. Ай, душеньку мою спаси, душеньку. Ты видел, как я сделал? Да. Я просто запарировал три подряд и этот самый, и тебя спас, и еще подряд, я мастер. Ты красавчик. Если бы еще мы это дотащили до победы, это была бы легендарная битва. Так, короче, нам нужно вот так сделать, потом вот так. Так. Я сначала подумал, что тут очень легко, но потом оказалось, там еще снизу какая-то фигня летает. Да, мы уже жахнули в него. Одну. Так. Два уже жахнули. Так, там снизу летит. Аккуратно. Так, тихо. О, ты тоже так умеешь, как я. Да, тихо. Так. Уже три хп. Могите, я не могу без моего бро жить дальше. Так неинтересно, да. Совместно прохождение, мы должны вместе его гасить. Ты, короче, накидывай на меня, а я буду от себя накидывать дальше, в него. Ну, можно было побольше взять. Ай! Черепа мешают! Черепа! Глупые черепа. Черепочки! Ого! Три хп мы им сделали. Ого! Офигеть! Вот это катка! Офигеть! Смотри, чем твои. Ай, блин, сейчас бы прикинь, ни одной жизни не потратил. Че мы твои? Мы просто боги этой игры. Че мы творим? Ты сглазил, короче. Че ты творишь? Давай, ну ты куда? Ты сглазил. Куда? Надо сначала пройти, а потом говорить, что мы боги этой игры. Смотри, мы почти полностью прошли. Сейчас мы его вообще без единой жизни зафигачим. Давай, соберись. Я-то собрался, это... Ты давай соберись. Ну, блин, уже не пройдем. Пройдем, не переживай. В смысле, без единой траты жизни, я имею в виду. Пройдем.
Так. Так. Так, два хп мы ему уже нанесли. Так, три хп, Так. Четыре хп. Бам! Пока живем. Он просто в шоке. Ему больно, мы делаем все самое лучшее. Воу! Воу! Это грамотный флоу! Давай, спаси мою душеньку! О, спасибочки. Просто арклиты еще ни одной жизни не потратил. Я просто магистр Йода. Давай, магистр. Блин, я сглазил себя. Давай, магистр. Душеньку мою только спаси, магистр Йода. И продолжаем казнить эту ладью. Я просто сглазил себя. Я то, что ни одной жизни не потратил. Давай что-нибудь уже сделать с этой ладьей. Давай. Так, тихо. Тихо! Без паники. Без паники, браток! Так, я ее отправляю. Есть! Есть пробитие! Есть пробитие, да, действительно. Ай, душеньку мой... Нет, все. Давай, на тебя вся надежда. Там буквально два удара осталось. Давай, давай, два удара и все. Да блин. Черепки мешают, я знаю, да. Ай, да я же парировать нажал, она не нажалась. Ну, типа, как я такой мастер, не спарировал бы. Так что, бред же. Но он мечтает о гильотине, понимаешь? Он хочет ее расположение. Сейчас мы его загасим. Так, два попадания уже есть. Хорошо. Так, все, он начал пулять какие-то штуки. Три попадания. Так, четыре попадания, пять попаданий. Какие же мы хорошие, как Опа! Мы хороши. Опа. Опа. Так, замечательно. Все хорошо. Еще очередное попадание. О, у меня что-то геймпад перестал работать. Опять начинает меня тупить геймпад. Хреновенько. Нифига ты божишь. Тихо. Так, надо сделать как раньше, типа я их накидывать тебе. Давай, накидывай мне их. А то, пока ты там с геймпадом боролся, блин, и мы в этот момент учухиваем. То есть, когда мы делаем вот так, как раньше, все дело идет. Но у тебя вот что-то с геймпадом опять. Мы вот эту волну пропустили и понеслось. Давай, как раньше. Так, все. Теперь точно последняя победа. Погнали, да. Глупого этого... Глупого палача. Глупого палача. Глупого... Ферзя или кто во, это? Во. Ладья его. Лови башку. Так, сейчас искорки будут, не забывай. Так, тихо. Все, искорки пошли. Все, Три удара мы уже сделали. И вроде по здоровью еще как бы норм. Так, нормально, четыре удара. Четыре, мать его, удара, друзья. 5 ударов, 6 ударов. И здоровье еще целиковое. Так, тихо. Я лучше пропущу... нормальные эти... Пропущу по стаканчику. Да, я лучше пропущу розовые эти головы, чем хп себе потратить. Все-таки... Так, все-таки я одно хп, два так. хп потратил уже. Да! Неужели, боже мой! Так, сила брони! Нет, погромче. Вот так. А я говорил, что это финальная катка. Я тоже, я тебе верил. Твоими устами глаголит истина. За эту доблестную победу щедро дарю вас благами земными. Две монетки. А две монетки, такие блага. А теперь вам пора. Все, сваливайте. Они нас угоняют. Мне нужно к королеве пойти. Вы гуляете, Василий. Так, что, где еще есть лестница? Возможно, здесь ее нет. Она, скорее всего, наверху где-то заспавнилась. Так, крути, король. И... Та-дам! Финальный уровень королева, пятый. Он прям такой королевский. Да, королевские занавесочки висят, значит, сейчас будем потеть. Ну что, ты готов? Нет, но погнали. Так, королева. Все-таки нашли мы лестницу, правда, не совсем обычным путем, но тем не менее... Королева! Она одичала! Она вечно живет в деньгах! Да. Что это было? Это было надо парировать. Офига, ты жахнул ей пушкой. Так, а как вот эту? Парированием.
Тут все нужно парированием делать, братиш. Душонка моего бро улетела наверх. Ладно. Парирование по этой штуке. И нужно правильно парировать бомбу, чтобы жахать по ней. Да блин. Вот, другое дело. Ай. Так. Вот ты красавчик. Но бомбы нужно ударять правильно. К сожалению, у нас не получается правильно. Вот сейчас мы зарядили по этой мерзкой королеве. Вот, другое дело. Воу, слишком много. Во, я попал по ней. Слишком много мелких. О, я тоже по ней попал. Во, ты красавчик. Давай еще, еще одно попадание. Еще нужно попадание, еще красивое попадание. Ай, промазал. Нам нужно еще одно эпичное попадание. Вот. Ах. Так, у нас по одной жизни, чувак. Мы не можем проигрывать. Мы не можем проигрывать. Ни в коем случае. Оу. Ау. Мне убили розовые хрени. Слушай, половину прошли. Мне убили розовые хрени. Она считает бабки. Она деньги считает. Ей что, мало, что ли? Ну, она королева. Так, тихо. О, ты спас меня. Я спас свою душонку, брат. Оу. Братишскую душонку. Так. Офигеть, я два или три раз подряд мне просто жестко попал ядрами. О, я тоже в нее попал. Ты красавчик. У меня одна жизнь осталась. Так, держи, пожалуйста. Держи себе свои жизни. Оберегай их. Я тебя спас. Есть. Так, ну. Так, зарядили по ней. Ай, мимо. Еще чуть-чуть, давай. Ай, промазал. Так, сейчас она будет вызывать свою фигню. Так, есть. Я запарировал. Да блин. Так, попал. Хорошо, хорошо, давай. Еще, я буду тебя прикрывать, если что. Я стараюсь это делать. Ай, я тебя спас. Ай, да. Ценой жизни. Да, потому что сила, бро. Да! Ну это мы прям вообще изишно как-то прошли. Ну, потому что сила, бро, она помогает, и она объединяет. Прям мы палача намного дольше мучились, это прям какая-то... Ладно, давайте посмотрим, что у нас остается на третью, скорее всего, финальную серию. Мы собираем ингредиенты, да? Для того, чтобы сделать чудо-торт, чтобы в итоге наша подружка Чаша стала настоящей, вышла из астрала. И мы уже убили паучью банду. Нас впереди ждет вот этот кактусик. А тут любимый уровень Арклайта на самолете. О, вот смотри, спойлеры, огонь зажегся, там не горел огонь. Да, я говорю, я потребил свои старые сейвы, чтобы отыграть финального босса на королевские рокировки. Но Арклайт играть впервые, поэтому... Короче, еще два босса, я понял. Для него это норм. Кактус и самолет. Кактус и самолет, после чего мы соберем последние два ингредиента и пойдем сдавать их в салонки, ну, чтобы сделать волшебный тортик. Вот, и в принципе все. И там будет финал игры. Поэтому этот финал можно ставить на следующую серию. Ну, также дополнительно можно еще и секретного босса поработить когда-нибудь. Бу-га-га! Окей, как скажете. Ну тогда на сегодня хватит, друзья. Огромное всем спасибо, друзья, за то, что посмотрели наш видосик. Непременно вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наши каналы. Все ссылочки есть в описании на мой канал и канал Арклайта. Где когда-нибудь тоже будут выходить эти видео. Ну, Арклайт непременно замонтирует и сделает для вас офигительный видосик нашего эпичного прохождения. Такие дела. Желаю всем добра и позитивчика. Непременно, друзья, непременно проявляйте активность, пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте колокольчики. В общем, ну, все эти ритуалы вы знаете. Желаю всем позитива и добра. Всем пока, до новых встреч. И всем пока. Увидимся в новых видео.